Когда впервые я видел таких детей, не было никакого ни шока, ни каких-то таких негативных моментов. Ну, просто желание быть полезным кому-то. Вот это прежде всего. У каждого ребенка есть свой личный сопровождающий взрослый. Вот конкретно в моем случае это наша любимица Аня, которая к нам приехала год назад. Аня была в семье, ну, потом по некоторым причинам она оказалась у нас. Вот, и мы вот как бы нашли друг друга. Наш рабочий день начинается с самого утра. Мы их купаем, ну как обычно в семье. То, что есть, надо и постирать, и где-то что-то приготовить, и покормить. Дети наши привыкают к нам, они очень сильно нам доверяют. Полностью они от тебя зависят. С тобой как бы они в контакте целый день. Год от года, мне кажется, эта связь только укрепляется. И когда дети покидают нас по достижению 18-летнего возраста, это очень грустно. Вот, стараемся поддерживать с ними связь и в дальнейшем в ПНИ. Нам иногда не хватает рабочих как бы рук, нам просто иногда не хватает людей, которые могут прийти, покатать коляску на улице. Нет такого понимания, что это дети какие-то больные. Это просто дети. Надо быть ко всем добрым, надо быть ко всем справедливым и не делать различия между детьми.